Девочки, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодняшнее видео будет, как вы уже догадались, про мои пустышки. И давайте начнем. Первое, что я вам хочу показать, как обычно, будет моя любимая краска от Prestige. Всегда беру сине-черный, всегда, пока я не решилась еще все-таки на свой цвет, на смывку, на отращивание. Ну, в общем, как-то не знаю, я все хочу. Хочу вернуть свой цвет, но потом я понимаю, что прям брюнетка — это мое. Конечно, этот цвет немного взрослит, некоторые говорят, даже старит. Такие особо токсичные люди. Я шучу, конечно, на самом деле. Мне нравится, как блестит мои волосы, блестят. Я ярче с черным цветом. Но все равно мысли о том, чтобы вернуть свой цвет, меня не покидают. Ну, пока беру. Крашусь. Дальше будет видно. Значит, дальше. Закончился у меня вот такой вот замечательный крем, девочки, продается в Еве. Это моя находка. Просто невероятно. Настолько разогревает, настолько такой выраженный яркий термоэффект. Если вам такое нравится, я просто обожаю, когда мои бедра, попа и живот горят. На самом деле. Это прям для меня кайф. Я не понимаю холодные обертывания, мне некомфортно, я маюсь. Я как-то покупала с холодком, да, даже летом. Я не могу, мне некомфортно. Я все-таки за горячее. Вот это прям мое. И очень горят ноги. Настолько прям круто себя чувствуешь. Я еще забегаю под одеяло, либо на ночь, потом пролонгированный такой эффект. Мне нравится. Я побегу еще за одной упаковкой, хотя у меня на самом деле много средств против целлюлита, но вот этот крем просто покорил мое сердечко, очень классный, поэтому, девочки, попробуйте, стоит весьма-весьма бюджетно, там 150 гривен, по-моему, без акции, я его брала попробовать чисто там за 100 гривен, и мне безумно понравилось, поэтому я вам от души рекомендую. Дальше. Два продукта декоративной косметики у меня закончилось. Это такая вот тушь от Эвелайн. Здесь была вот такая вот кисточка Фиберпласт. Хорошая тушь, в принципе, мне понравилась. Кисточка, я люблю такие. Конечно, они немного пачкают века, такие кисти. Но, еще раз повторюсь, я люблю туши от Эвелин, но они очень быстро сохнут. Я не знаю, вот раньше такого не было, но в последнее время, вот месяц, едва месяц я крашу. Уже в конце, ну, не знаю как-то. Но за их эффект я готова им это простить и покупать. Вообще, в принципе, вы знаете, что туши нужно менять часто. Вот, но не знаю, буду ли я еще покупать именно эту. Это хорошая, она работала на удлинение ресничек. И мой любимый блеск у меня закончился. Все, я его уже остаточно выбрасываю. 28 оттенок. Это была моя любовь любовная. Очень удобный аппликатор. Идеальный цвет губ. Он настолько был нежный, такой зефирно-розовый. Он немного липковатый, да, но это не такая липкость, как в том же Эвелин. Не такая липкость, как от Клоранс. Да, вот, ну, мне нравится. Я фанат этих блесков, у меня было два, у меня есть помада, но вот именно блески мне нравятся. Я уже заказала, ко мне едет в 5-м оттенке, я не нашла в 28-м, нашла в 5-м. Посмотрим, как он будет отличаться, он немножко будет шиммером, но на лето, я думаю, это не критично. И вот вы знаете, у меня очень большая коллекция блесков, у меня есть Victoria's Secret, но почему-то рука у меня тянется только к Kika, не знаю почему. Он и пахнет вкусно, и выглядит очень красиво. Далее. Раз уж мы с вами затронули декоративную косметику, то я вам покажу еще декоративку. Значит так. Такой вот у меня тональный закончился. Это был Clarins Skin Illusion. А на самом деле он немного окислялся на коже. Я поняла, что мне неудобно такой формат вот кисточки, да, пипетки, не кисточки, а пипетки. Ну вот как-то не знаю, продукт там еще есть, достать его нереально.
Как-то вот не знаю, что касаемо это упаковки касалось, что касаемо действия на лице, хорошо перекрывал, идеально у меня было остатки от простуды на лице, все маскировал, идеальное перекрытие, но через где-то часа полтора-два начинается блеск на коже, поэтому обязательно нужно иметь пудру для того, чтобы припудривать. Но в целом я могу вам посоветовать. Здесь есть SPF, что меня очень радовало. Оттенок у меня был вот 105, по-моему, да? Нюдовый. В целом классный крем. Я не помню, за сколько я его покупала уже. Вот, ну, почему бы и нет. Хотя очень много достойных, более бюджетных текстур, брендов, которые работают не хуже. Ну, я рада, что я его попробовала, теперь буду иметь представление. Но, наверное, вот знаете, как Герлен, вот я Герлен запомнила на лице на своем, и мне он нравился больше. Ой, простите. Уже не буду переписывать, потому что она говорила на целых 7 минут. Поэтому извиняюсь. Вот такой вот аналог Кико. Это я заказывала на Али. 01 оттенок. Посмотрите, насколько китайцы просто повторили, и даже кисточку, насколько они схожи, вот с Кико, да. Что хочу сказать, я даже видела на Улыксе продаются такие штучки за там 150, за 200 гривен, на Али ее можно взять, по-моему, за доллар. Она к вам придет. Единственное, что поменялся через где-то месяц использования запах. В целом могу вам посоветовать, на губы ложится очень хорошо, но это как бальзам, знаете, вот эта подделка на Кико, на их бальзам, который увеличивает губы. Здесь, конечно же, ничего не увеличивало, но очень приятный оттенок. Мне стало интересно, я его заказала, протестила, имеет место быть, не липнет, вот, ну, вы должны понимать, что это все-таки копия, и, ну, вот, такого прям классного блеска, такого же крутого нанесения, аромата, текстуры и ощущения, как у Кико, конечно же, не будет. Но в целом совсем неплохой аналог. Можете попробовать. Дальше. У меня вот такой вот пассажир. Это Victoria's Secret Bombshell. Спрей, который шел у меня очень тяжело, девочки. Во-первых, у меня что-то случилось с дозатором, он очень тяжело выдавал мне продукт. Во-вторых, он прям меня душил, он меня удушал. Насколько я люблю Бомшел именно как туалетную воду, как аромат наносить на себя, у меня был давно. Насколько спрей-мист был для меня удушающим, девочки. Я его просто еле добила, я вам так скажу. Уже я его распрыскивала на халат, на постельное белье, на белье нижнее, просто на тело, когда просыпалась. Ну вот не знаю, ну не шел он меня душил, у меня прям слезы начинали текти. Я не знаю, в чем проблема, что случилось, почему так, но больше я его не куплю. Я очень рада, что он у меня закончился, хотя упаковка красивая, запах вкусный был. Ну, не знаю, либо у меня с рецепторами что-то, поменялись вкусы, либо действительно как-то, ну, не знаю. Дальше. У меня закончилась малютка такая от Lumine. Это у нас был CC-крем SPF 25. Наверное, лет так 5 назад я очень плотно сидела на Lumine. Я пользовалась только Lumine CC-кремом. Сейчас же я не знаю, либо это у меня малютка такая, что-то с ней пошло не так, либо я уже отвыкла от него, он не подстраивается под мой цвет кожи, то есть вот он лежит белыми такими пятнами. И я не знаю почему, это очень грустно на самом деле, потому что я люблю на самом деле этот продукт. Но, увы и ах, больше я его не куплю, я больше к нему не вернусь, потому что белые полосы, которые не впитываются, это, конечно, максимально ужасно. Вот, поэтому ставлю большой жирный минус. Дальше. Такой вот хайлайтер выбрасываю. Я им пользовалась на тело летом, пользовалась на ножки, как на загар. Вот, на лицо я его не использовала. Хороший, бюджетный, вы знаете, как блестинки такие для того, чтобы подчеркнуть ваш загар.
Хорошо, я его брала с собой в отпуск зимой на море, и было очень круто, настолько я кайфанула, он прям такой очень красивый оттенок кожи придавал, поэтому если вы ищете что-то такое, то вот от LCF в магазине Е вы сможете смело брать. Здесь пипетка, очень удобно наносить на область декольте, но он уже у меня такой загустевший, поэтому я его выбрасываю и потом куплю себе новый. Дальше. Для бровей закончилась моя любимая краска. Здесь два стика, вот, на два применения. Очень классная, брови хорошо прокрашивает волоски. Не жидкая, не течет, просто супер. Дальше. Такая вот запашная вода натуральная. Это была роза. Я всегда имею в наличии разные вкусы этой водички. Для того, чтобы освежать лицо, для того, чтобы орошать лицо, когда у меня глиняные маски, на область шеи, декольте, просто огонь. Обожаю. И всегда у меня есть они в наличии. Дальше. Такое вот средство для умывания у меня закончилось. Купила наобум в магазине. Ну, такое, честно вам скажу, не стоит вашего внимания. Я покупала такой крем для шеи и тоник. Я это все использовала и даже не заморачивалась. Ну, такой абсолютно проходящий продукт. Дальше. Мой любимый скрабчик. Я тоже стала его фанатом. У меня такой еще есть с кофе. Это был с лавандой. Девочки, боже, как он вкусно пахнет. Если вы такой же фанат лаванды, как и я, то этот скраб — это прямое попадание. Это натуральная косметика, наша украинская, очень вкусная, приятная. Хорошо кожу скрабирует, очищает. Прям такое, знаете, ощущение чистоты. В составе есть какие-то масла. Да что ж у меня сегодня такое? И ощущение такое, знаете, вот прям промыли тело до скрипа. Очень классно, я пользовалась 2-3 раза в неделю. Вот просто даже чистый аромат. У меня душевой бокс, закрытое помещение. И вот просто как будто бы тебя помещают в капсулу с лавандой. Настолько это вкусно. С кофе тоже у меня есть, тоже классный аромат. Вообще, обратите внимание, стоит бюджетно там 90 с чем-то гривен за такую банку. Мне ее хватило надолго. Он солевой, приятный. В общем, это моя любовь. Буду еще однозначно его брать и брать. Далее. Закончилось у меня такой вот шампунь. Это у нас был интенсивное восстановление от Dove. Ну, долго тоже не буду останавливаться. Я очень люблю шампуни от Dove. Они мне хорошо промывают волосы. Мне очень нравится запах, да, прям с детства. Я люблю, это для меня такая ностальгия. Крем Dove, вот этот был раньше в железной упаковке, но, наверное, сейчас есть шампуни, в общем, любовь. Периодически всегда беру. И такое вот молочко у меня закончилось для тела, это был шалфей, тоже натуральная украинская косметика, Яка. У них большой ассортимент для тела, для лица, для волос. Я пробовала тоже линейку для лица, для волос, по-моему, ничего не пробовала. Молочко мне понравилось. У меня также есть еще одно, единственная очень маленькая упаковка, 200 миллилитров, но удобный дозатор. Но дозатор у меня сломался либо в том, либо в другом, поэтому упаковки, конечно, максимально бюджетные и дешевые, поэтому будьте готовы, что они сразу поломаются. Но в целом хорошее увлажнение, очень приятный аромат. Смело могу вам посоветовать. Брала на мейкапе. Дальше. Что у нас тут с вами осталось? Осталось у нас с вами только маски. Вот эти мои любимые масочки, я их обожаю, просто они невероятные, они настолько круто работают, девочки, вот прям советую, тоже покупала в Еве, витамин С, витамин В у меня где-то еще был, супер маска, однозначно, да, хорошая лекала, она очень хорошо пропитана, прям от души. Дальше такая маска с медом, тоже приятный аромат меда, хороший лифтинг эффект. Такая вот у меня закончилась с черникой, тоже моя любовь, она очень приятно пахнет. И такое вот яйцо, тоже хорошая маска, она такая длинненькая, даже захватывает немного область шеи. Не всю, конечно, но в целом такое, на большое такое лицо. Вот, поэтому смело могу вам посоветовать, хорошие результаты, кожа прям подтягивается. Все, девочки, это были все мои пустышки, большое вам спасибо за внимание, обязательно пишите, я безумно жду ваши комментарии, пускай я не всегда сразу вам отвечаю, но я стараюсь отвечать каждому. Из-за нехватки времени немного могу задерживать ответ, но я все читаю, все вижу и всех вас благодарю за просмотр. Всем пока-пока!